Здравствуйте! С вами программа «Гипотеза» и я, Лилия Иликова. Сегодня у нас особенный выпуск, рождественский выпуск, предновогодний. И мы будем говорить с нашими гостями о том, как празднуется Рождество в Италии. А сегодня у нас в гостях Сильвия и Фабрицио. Buongiorno, ragazzi! Buongiorno! Parliamo un po' come festeggiate a casa in Natale. Di dove sei? Io sono... Я из Болоньи. Ну, я в мою региону. Мой регион. Мой регион. Мы обычно готовим Рождество, но это очень долго процесс, ну, потому что обычно одну неделю раньше Рождество мы начинаем сказать об что мы должны есть в Рождество. Заказывать меню. Да, да, да. Меню, но моя обычно бабушки и мамы, обычно женщины готовят все. Ну, моя семья, ну, мою семью, мой папа тоже и мы. Это готовили очень вкусную еду. Очень вкусную еду. Еду, да. Ты Фабрицио? Я родился и живу в Флоренции, но мои родители из Неаполя. Ну, надо сказать, первое всего, что в Италии, но у нас Рождество 25 декабря, а не как здесь. Ну, я думаю, что обычно это нормально в Италии, что Рождество мы с семьей, да. Ну, поэтому я могу сказать, что потому что мои родители из Неаполя, мы едим другую еду, чем Сильвия и люди из Эмилии-Романии. Ну, например, ну, конечно, день, ночь перед Рождеством. Да. Это 24 декабря. 24. Обычно мы едем, мы ужинаем 24-го. Во сколько? Во сколько вы ужинаете, садитесь? Ну, наверное, не знаю, но я могу сказать, что мы едим рыбу. Обычно, 24-го. Ну, а какие ура? Не знаю, ну, потому что это... Я думаю, что для россиян, для русских людей это поздно, ну, потому что мы обычно ужинаем 8. Ну, для специальных случаев в Новый год мы тоже едим очень поздно. Называется от семей, потому что возможно, что несколько семей идут в церкви, когда это 18 часов, потому что поэтому надо есть раньше. Но есть тоже семьи, которые едут до 12 ночи, поэтому можно тоже начинать раньше, поздно. А все семьи ходят в церковь в рождественский вечер? Но сегодня не так обычно, но... Не думаю, что много людей из на юге, может быть. Ну да, я думаю, что сейчас не так обычно происходит, но, наверное, утром 25-го это... Ну да, но потому что обычно людей, которые необычно идут на церковь, только в Рождество или идет только в Рождество. Ну, это, я думаю, это обычно. Но там, где вот живешь, например, ты, твоя семья или моя твои семья, знакомые, друзья, не ходят в церковь? Ну, знакомые, может быть, чуть-чуть, обычно моя семья и много моих знакомых нет, не идут. А у тебя, Фабрицио? Ну, моя семья из Неаполя и на юге Италии, я думаю, что сильно, мы чувствуем религию. Ну, поэтому, например, я всегда пошел в церковь, ну, 25-го утром. Ты всегда ходишь в церковь 25-го утром? Ну, да. Да. И, но
Но никогда происходило, что мы ходили 24 ночью, но есть люди, которые идут. Ну, потому что обычно часто как людей, но которые будет людей, которые будет 20-25 лет, обычно идут на 24-го, и ну а потом встречат вместе в баре, все после. Не дома уже. Хорошо. Вот в Риме, да, вообще в Италии, Ватикан. Как влияет Ватикан, то, что он есть, и выступает ли Папа Римский в Рождество? Смотрите ли вы? Ну, я думаю, что много людей тоже 24 и 25 декабря идут в Рим, ну, для смотреть. Чтобы увидеть Папу. Ну, сейчас не вспомню, но на телевизоре есть Папа, который идет. Трансляция Папы. Ну да, но я сейчас не вспомню, если 24 или 25. Ну, главное, что есть. Ну, есть, но конечно, но люди не встают перед телевизором. Да. Просто мы, ну, возможно, мы готовим, и там телевизор включила телевизор, но мы не смотрим, мы только слушаем. Это традиция, я думаю. Ну, потому что я знаю, что для россиян, ну, русских людей Новый год, вы все смотрите Путин. Мы смотрим поздравления, да. Мы тоже говорим. О, президент для республики говорит. Ну, не все смотрите. Моя семья не смотрит это. А, кстати, вот Новый год. Новый год как вы празднуете? Это уже домашний праздник или нет? Обычно нет. Обычно идем по-итальянски. Это Натале кон и твой, Каподанно кон кивой. Это Натале с семьей. И Новый год с которые ты хочешь. С друзьями, да. Ну, я знала по-другому, что это Пасха, он кивой, Натале кон и твой, Пасха, он кивой. Ну, это важно, что Натале с семьей, ну, а Новый год, ну, конечно... Уже не так. Ну, возможно, что мы уже на месте, но всегда ходим с друзьями, после ужина. А вы ставите елку? Наряжаете елку? Да, конечно. Как она называется по-итальянски? Расскажите. Альберо ди Натале. Альберо ди Натале. И как вы украшаете? Вы сами украшаете елку, когда вы дома? Да. Ну да. Да. Обычно моя мама делает это. Наверное, мы с семьей мы готовим елку и тоже презепе. Да, презепе. Который я не знаю, как по-русски. Я не думаю, есть слово, но это где фигурки из Рождества. У нас не делают так. Отвечаем Мадонну, Сирию. Ну да, и ну, с мамой так мы с семьей мы готовим 8 декабря. 8 декабря. 8 декабря, ну да, потому что это день, ну, l'annunciazione, это день, когда ангел говорил Марию, что она будет беременна Иисуса. Но это день, когда мы не идем в школу, например, в работу. Да. А поэтому выходные у нас день. Есть время, чтобы готовить елку и презепи. Ну, презепи это много на юге. Ну, на севере чуть-чуть, итальянцы на юге будет есть
Настоящие то, принципы. Точно, наверное. Ну, больше традиции на йоге поддерживаются. Очень важные традиции. Ну, родился в середине Италии, но, конечно, например, в Неаполе это очень известный, есть известный рынок, который называется Сан-Григорий Армено. Mm-hmm. И там прекрасные. Есть традиция, которая, когда семья делает презепе, а все людей приходят домой, и потому что домой этого человека стоит как музей, на все людей. Потому что он сделал презепе. Да. А вы знаете, что Сан-Григорий Армено, это этот рынок в Неаполе, ну там есть много фигурки, святые фигурки и так далее, но тоже современные фигурки, например, фигурки Берлускона, да, и да, Трампа, да. И тоже Путина, например. Их тоже ставят в презепы? Да, да. Ну, наверное, нет, нет. Ну, конечно, нет. Это только чтобы смеяться над современными проблемами. А где находится этот рынок? Вдруг кто-то захочет сходить. Где он расположен в Неаполе? Ну, дом Ситровый. Ну, центр. Центр. Но это не район, но Сан-Григорий Армено – это улица, ну да, в центре. И там есть много людей, у которых есть пеши, рынок и так далее. Но это рынок в центре города. Интересно. Да. Да, рынок – это в Италии это очень… Но это очень важно идти на рынок на Рождество, потому что на Рождество обычно в на площади обычно на большом городе есть на площади каждое Рождество есть рынок и в котором людей может покупать подарки для меня и для всех. Запомним. Хорошо. А давайте поподробнее о том, что вы едите. Вот какая самая традиционная еда в рождественский ужин? Ну, как мы уже сказали, у каждого области есть другая традиция. Поэтому... Вот там, где твоя семья отмечает. Что вы едите? Ну, например, я живу в Флоренции, но мои родители из Неаполя. Поэтому мы едим, как учит наполитанская традиция. Ну, конечно, 24-го мы едим рыбу. Ну, обычно это... Ну, 24-го Рождество мы едим треска. Как запеченная? Ну, жареная. Зажаренная, да. И, ну, а потом, ну, что мы учим, но только с рыбой. А в Новом году, ну, мы едим это рыба, которая идет на реке, ну, угар, речный угар, ну, да. А, ну, это важно выбирать самый длинный, и поэтому это очень интересно, но не так вкусный для меня, но, конечно. И тоже, ну, есть летка, ну да, мы едим струфоли. Струфоли на Рождество или на Новый год? А, ну, Рождество, Новый год, ну... Всегда? Ну, сна, конечно. Струфоли – это что такое, ну, для наших зрителей? Ну, похоже немного на чак-чак, но... Ну, это кусочки теста, ну, жареные с медом. Ну, и мне не очень нравится, потому что очень сладко, ну, да. Ну, это традиция в Неаполе. Ну, вот смотрите, если вот мы смотрим рождественский стол, значит, мы поняли, что там есть треска, у вас в доме есть струфели, а что еще? Что вы пьете? Ну, закуски из рыбы и первые блюда из рыбы. Ну, все например, из рыбы. Ну да, например, в этом году я буду провести Рождество с моей семьей в Флоренции. И моя мама уже сказала, что она будет готовить. Она будет готовить пасты фажоли и коц. Ну, это паста с фасолами. И, ну, коцы, сейчас не знаю, это тоже рыба, которая
маленькие рыбы, моллюски, ну да, коца, ну как сказать. Это не вонголе коца, но это тоже рыба, это моллюск. Сейчас не знаю по-русски, как можно переводить, но пастовый жаркий коца – это первое блюдо из рыбы, но каждый год мы можем изменить. Да. Ну да. Ну, будет только рыба. Потому что только я рыба. Тоже, ну, я тоже 24-го. 24-го? Да. Мы едим только рыба. Только рыба. Только рыба. Mm-hmm. Ну, а 25-го мы едим капелетти. Mm-hmm. Это они похожи на пельмени чуть-чуть. Да. Есть, внутри есть мясо. Ну, это настоящая еда из Эмилия-Романя, из Эмилии, mm-hmm. из Болоньи. Ну. Ну вот мы поняли, что будет на столе у Фабрицио, а что будет на столе у тебя дома? Я не знаю. Но обычно? Ну, обычно, ну да, только рыба и капелетти, ну, Новый год, но потому что это можем, каждый год мы можем пить. Другой. Что-то разное. А сладости, это принято, чтобы были сладости на рождественском столе? Сладости... Ну, наверное, ну, я сказал, струфли, но тоже есть... Ну, в Эмилии-Романе есть пандоры, панеттоны. Угу. Ну, это, они очень важны в Италии. Но есть из Верони, я думаю, есть оригинальный Верони. Пандоро. Панеттоне из Милана, я думаю. Панеттоне из Милана, но это не... А что это такое? Это же такой... Это как торт, но очень высокий торт. Но без крема и так далее, но... Ну, как кекс. Но обычно мы готовим или крема, или маскарпоне. Мы едим пандоро с маскарпоном и с... Обычно это без всего, ну да, но только в панеттоне, но есть цукер, фрукты, цукаты, да. Панеттоне, но большая разница это... Ну, много людей сказать, преферуют пандоро. Предпочитают. Пандоро. Или панеттоне. Есть разница. Да. Уже очень вкусно. Представили mm-hmm. себе все. А вот такой вопрос. Принято дарить подарки? И когда вы больше дарите подарков друг другу в семье? На Рождество или потом уже на Новый год? Ну, на Рождество. Рождество, да. Утром. Утром? Да. Они как складываются под елочкой и находятся утром? Ну да. Но у нас... Разная традиция, как здесь, ну да, мы знаем, что здесь идет с Новым годом, да. В Новом году, но угу. у нас есть Рождество. У нас приходит раньше. Раньше. Как он может путешествовать всю миру в один день? Да. Его не больше времени. А принято дарить подарки только членам своей семьи и самым близким друзьям или вообще обмениваться подарками? Ну, кто близко? Да. Кого близко? Только близким. Ну да. А на Новый год уже не дарят подарки? Нет. Совсем? Нет. Ну, мы танцуем, пьем. Мы танцуем, пьем. Но тоже, тоже есть, это важный, есть лентики. Чечевица. Да. Чечевица. Чечевица. Ну, да, с помидорами. Потому что если ты ешь. Чечевицу. Сложное название, да? У тебя будет денег на Новый год. А, то есть надо в Новый год есть чечевицу с помидорами для того, чтобы было много денег. Да. Ну, наверное, запомним, это такой итальянский лайфхак. На Новый год нужно съесть это почему чечевицу. Они похожи на монетки. Да, не знаю. Какая-то специальная чечевица или любая? Или должна быть вот такая круглая, потому желтая? Потому что есть специальная чечевица, но я не знаю. Я просто знаю, что здесь есть чечевица.
Ну, наверное, не с помидорами, но моя семья готовит с помидорами. Но, не вкусно, знаю, вкусно. Если надо с помидорами, но надо чечевица, чтобы получить деньги. Угу. Все, запомнили. Чем больше съешь, тем больше денег прибудет. Да, я не знаю, если... Но не работает. Не работает, если ты... Ешь, и ты не ешь это. Видимо, все-таки какая-то специально должна быть. Это традиция, надо. Это все равно традиция. Надо. Угу. Ну, проверим. Проверим в этом году, может быть, она появится. Да, конечно. А как вы проводите время в Рождество? Ну, как вы проводите и как оно традиционно? То есть это собрались дома и поели, и что дальше? Ну... У нас есть фильм, который мы смотрим, но это не так важно, я думаю. А какой фильм? Ну, потому что... Тоже не итальянский. Какой? Ну, по-итальянски это «Una poltrona per due». Это фильм, где... Это в Рождество. Рождество, ну да. Да, в Рождество. Да, есть каждый год есть в национальный телевизор. Есть «Una poltrona per due» из фильма с Эдди Марфи. Mm-hmm. Ну, который это бедный человек, и один день он стал богатый, потому что другой человек стал бедный. «Принц и нищий», кажется, у нас тоже шел в прокате. Такой молодой Эдди Марфи, где он меняется местами с настоящим богатым. Ну да, но это не итальянский фильм, потому что... Поэтому, я не знаю, потому что у нас есть каждый год. Ну, я не знаю, но потому... Наверное, есть. А что мы делаем, кроме этого? Играть в карты. Карты? А, да, мы играем в карты. Карты. И тоже в томбола. В Новый год томбола. Угу. Есть похожий бинго. Игра похожа на бинго. Да. Ну да. И если ты выиграешь... Если... Ты выиграет, ты тебя есть. Получите. Да. А вы знаете, здесь в России лазморфия. Ну что лазморфия? Это? Ну да, потому что на карте томбола, но у каждого номера, в Неаполе, у каждого номера есть что-нибудь. Например, номер идет до 90. Да. 90, ну да. 90, да. А 90 – это пау, это страх. Ну да, например, у каждого номера есть что-нибудь связано. Mm-hmm. Ну, это зморфия наполитана. Это только в Наполе. Ну, это не только в Наполе. Теперь еще в Италии. Это родился в Наполе. Ну да. А, например… Интересно. Первый номер – это Италия, 33-й номер – это Иисус Христос, потому что он умер. 33. Ну да, но другой номер… Ну, это очень смешно, потому что есть много вещей там, 90 номер, поэтому это смешно. И, ну, я думаю, что это связано тоже сейчас не вспомню, потому что возможно, что это тоже связано, но... Это игра, в которую играют дома? Ну да. Угу. Угу. Вы не играете? Но я играю только томбола. Без морфи. Без морфи. А есть какие-то специальные песни, которые вот пелись бы в Рождество дома? Или вы не поете совсем? Ну, это как английские песни, но мы... Ну, это... Какая самая известная песня, тоже которую есть «Tu scendi dalle stelle, oddio del cielo». Да, ну, «Astro del cielo». Quella, no? No, это другое. Это не, сейчас мы обсуждаем. Но если два или три песни, Ну, конечно, есть, но церкви поем. Да. Но в доме бывало «Tu scendi dalle stelle». Volete cantare un po'?
Ну, я уже попробовал, я не знаю. Я не помню, потому что это только в... по религии, ну, моя семья. Только религиозные. И, наверное, я вспомню только версия, я «Тушенди дали стеле», «Некароша», который поет, например, ну, в Неаполь, ну, да. Sì, perché no? Vai. Tu scendi dalle stelle, concetta bella, e taccia la porta, la borsa, non mi ricordo, ne spugno, sfinite. Ma все равно отлично no, потому что в России вам есть настоящие, на песню, которую вы должны играть Новый год и Рождество. А, нет, но есть какие-то песни, которые чаще всего под Новый год звучат. Новогодние песни, их много. И часто, конечно, слушают и «Джингл Беллс», и все эти известные песни. Поэтому я и спрашивала, у вас тоже они популярны? Конечно. Рождество, Бенни. А есть какие-то поздравления, которые за столом говорят именно в Рождество, или какие-то аугурии, пожелания, которые бы вы, которые вы помните, как это часто такие традиционные? Чего желают? Ну, есть, но сейчас я не знаю, как переводить по-русски. Но не надо переводить, прямо по-итальянски, конечно. Виски. Ну, на виски. Ну, это трава, где, например, носим... около двери, и если люди идут под виски, надо это поцеловать. У вас нет? Кажется, нет. Ну, я думаю, что же в Америке есть виски. Ну да, сейчас я не знаю, как по-русски виски, а тоже, что есть. Но если американский, то, наверное, подомелый. Ну, не знаю, эта традиция просто есть. Ну, а я имела в виду, вот у нас принято, когда за столом люди желают счастья, здоровья, удачи в наступающем году, потому что для нас все-таки Новый год – это такой основной праздник. Когда вы отмечаете Рождество и поздравляете друг дружку, или с Новым годом, какие обычно пожелания говорятся? In italiano solo. Come auguri di Capodanno, auguri di Buon Natale, Buon anno, felice anno, anno nuovo. Buon Natale, felice anno nuovo, yes. Для Рождества и тоже Новый год. Potete augurare ai nostri amici che ci guardano adesso. Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Buon Natale, Felice Anno Nuovo e tante cose belle. Tante cose belle. Спасибо, это были отличные пожелания к Новому году от наших замечательных Сильвии и Фабрицио. Спасибо, что были с нами. Всего хорошего, до свидания.